Это традиционный для финской кухни овощной суп на молоке и сливках. Получается вкусно и не слишком калорийно. Я вам расскажу, как приготовить финский суп, а вы обязательно включите его в свой рацион. Финская кухня богата и разнообразна, ведь ее кулинарные особенности сохранили свою самобытность и оригинальность с давних времен. Сытные, вкусные блюда, в том числе и супы, подходят для холодного климата этой северной страны. Список ингредиентов в конце видео. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Вода 3 литра. Морковь средняя 2 штуки. Картофель 1 штука. Капуста цветная 1 штука. Горошек зеленый 150 грамм, свежий или замороженный. Фасоль стручковая 200 грамм. Шпинат 60 грамм. Молоко 470 миллилитров. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сливки взбитые 60 миллилитров. Укроп половина пучка. Перец черный молотый по вкусу. Соль по вкусу. Количество порций 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.